Итак, друзьяки, привет, это прохождение Хитмана, это у нас вторая часть, мы уже спустились в саму лабораторию. Ага, там стоит Гаврик. Для начала мне бы как-то подкрасться к нему и дать пизды. Оглушить, ломать шею. Замаскируемся, наверное, мы под охранника. Положим его вот сюда. Так, это у нас что, ключ-карта от лаборатории? Хорошо. Этот ствол нам не надо, у нас, если что, есть с глушителем. Так, сама лаборатория у нас вон там. А тут у нас дальше тупичок, походу. А нет, не тупичок. Так, это что? О, монетка. Так, хорошо. Ключ-карта и спецодежда. Так, ну спецодежда у меня... Спецодежда охранника. Я ж думаю, ничего не будет, не? Если я, допустим, буду охранником. Крысиный яд. Гаечный ключ. Что тут у нас еще есть интересного? Биопараша. Зайдем сюда, посмотрим, что тут. Банка газировки. Уничтожим улики. Давай. Ой! Ключ-карта от лаборатории. Так, наблюдение мы отключили. Ух ты ж, ё-моё. Это я на волосинке отпалила, короче, находился вообще. Самолет. Чё за провода? Куда оно? Ага, так, ну это в этот ящик. Вот это что за проводка? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Валим, валим, валим. Спалили нас. Надо было аккуратней ходить тудой. Я не видел, короче, что он там находится, если честно. Реально не видел. И там они что-то охраняют. Там, походу, еще один вход. Так, обойти, если что. Давай, все, угомонись, братан. Я уже понял, что туда к тебе идти не надо. Хорошо. Хорошо. Да, это же главные ребята из охраны, какие знают всех в лицо. А тут я такой... Трах-тебе-дох-тебе-дох, новенький. Бля, пацаны, ну мне бы костюма. Кирпич мне не надо. Твердка. Man, Delta 8. Hear that alarm? I'm gonna check it out. Over.
Пошли в очко. Никто там меня не заметил. Я хоп и спрятался. Так, ну зато уже одним пидорасом меньше. Это, в принципе, может повлиять на дальнейший исход этой игрушки. Ну, по стелсу долго проходить, конечно. Ну, вообще, я не на такой исход рассчитывал. Ну, как говорится, что маемо, то маемо. Просто долго ли будут эти поиски еще продолжаться? Вот это вот насущный вопрос, какой меня тревожит. А идти мне туда надо. К сожалению или к счастью, мне халата даже нету. Да, еп. Да хер пройдешь, блядь. Что туда хрен пройдешь? Еще сверху были ступеньки. Ага, это я отсюда вышел, да? Фу. Они уже трупы тут складывают. Приколюги, приколюги. Так, а это мы куда идем? Пошел в жопу. Ну, раскрыть меня на самом деле не могли. Так, ну теперь понятно, это выход оттуда. Нам надо, сука, внутрь. Как-то внутрь. Давай попробуем. Пройти отсюда попробуем. Давай. Так, отлично. Сохранение пошло. Это хорошо. Так, а это что у нас? Сломать генератор, нахуй. Да. Нехуй.
Вот если б я одел халат, это было бы заебись. Так, а сюда никто больше не идет. Дот, сука. Халат же ж не оденешь твой. Курва. Курва, курва, блядь. Фонари не светят. Так, влазит сюда максимум 2, нам надо съебывать, потому что гладиолусы. Вот этот пиздюк еще меня смущает, конечно. Как бы так их распидорасить всех красивенько. Но тут их, блядь, аж 2. Все. Давай. Так, замаскировались. Хорошо. Теперь главное сотрудникам лаборатории. Таким как этот уёба. Не попадаться на глаза. Тут, в принципе, больше ж никого, да? Блять, вот как мне его угомонить, а? Угомонили. Это хорошо. Что нахуй? Да, сломать шею и положить именно сюда. Опа. Отдыхай, дружище. Дружище. Отпереть. Костюм одеть. Так, ну так меня тем более хер кто просыт вообще. Красавчик. Обеззараживание.
Привет. Ну, вроде что-то да. Пацаны, не надо, не надо. Не надо бы буду, блядь, стрелять. Реально не надо. Сваливайте, сваливайте. Как же их тут дохуя. Все понятно. Полили. Давай еще раз. Так, ну там спалился я тем, что я отравил крыс. А надо было, чтоб вообще не трогая там ни хера. Так, давай отваливай. Давай, давай, чеши, потому что мне надо пройти. Пройти только. Сюда я могу. Пошли. Так, ну того понятно, мы... Вот, блядь. Ушел отсюда. Смотри, каких до хера тут, а? Ты смотри. Так, там, короче, просто, наверное, тот вентиль. Не надо было. Не надо было мышей травить. И не надо было шумиху такую поднимать. Этот пидор увидит. Этот пиздюк увидит. Привет. Шел нахуй. Мне надо вирусняк уничтожить, вы эту херню страдаете. Так, отлично. Сюда можно только спрятаться, да, либо труп спрятать. Хорошо. Давай пробовать еще раз.
учетом ошибок, что мы сделали не так. Сейчас, если они съебутся. Или их по очереди, сука, всех перебить. А если в натуре? Допустим, подождать тут. Не заметит никто. Пошел нахуй. Так, еще три человека могу ёбнуть. Три человека. Карточку спиздили. Так, сюда кто-то собирается идти или нет? Йо! Курвы! Курвы! Вы идете или нет? Так, это, наверное, был этот. Да. Это был этот. И как по ихнему отсюда должны нахуй выйти? Ладно. Давай систему охлаждения включим. Пытка. Давай, 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 давай. Надо переодеваться и съебывать. А, нет. Стой. Сейчас что-то ебнет. И выход. Давай. Я знаю, где выход. Это мы знаем. Ёбаный. Насраный. Сука. Пошли в
пизду. Давай, 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 чеши, чеши, братан, чеши. Чеши. Чеши, братан, чеши. Фух, ребята, прошли мы эту миссию. Это было нелегко, но я справился. The security is in the dark about the incident. I feared the company knew about the virus. Not even the board. Must have been someone at the lab. I understand. I'll get to the bottom of this. Boss is unhappy. I followed you from Italy. I guess when you're invisible, you stop looking over your shoulder. You did this. Iago exposed you. ICA did the heavy lifting. I just pulled some strings. Yeah, you're mine. How do you expect... play dirty. Резко. That's how you defeat a stronger opponent. You strike from behind. Now give me the key. You have a family? Trust me, if there's a weakness, Providence will find it. Take my chances. The key. Fine. Won't do you much good. It's funny. Cobb said the same thing. Thank you, messenger. Don't. I just killed you. Then we're even. Ух ты. Прикольно. Всем спасибо, что смотрели, ребята. С вами был Антоха. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждите продолжения прохождения этой игрушки.